Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня я отвечу на вопросы по поводу ласкового пляжа. Дело в том, что я пытаюсь все время показать его плюсы, что есть идеальная среда безбарьерная для лиц с ограниченными возможностями на колясках и для мам с колясочками. Коляска не едет, не трясется, едет по ровному, твердому, да, по деревянным вот таким вот дорожечкам. Идеальная детская площадка, одни плюсы. И напрашивается вопрос, Эля, привет, от Эли вопрос, что можно ли там жарить шашлыки, можно ли с мангалом, можно ли костер. Итак, на входе в этот пляж запрещающий знак. Во-первых, есть будочка охранника, и дальше вы входите на этот пляж. Мангал и шашлыки нельзя, но пляж очень маленький, и пляж — это часть около воды. У сосен, это уже не территория этого пляжа, и у сосен все жарят шашлыки. Как только я это увижу, обязательно засниму. Конечно же, в теплую погоду все там сидят и едят мясо. Далее, ласковый пляж делится на два пляжа. Один обыкновенный с песочком, а другой вот такой с дорожками. И там, где с песочком, мне все спокойно жарят шашлыки. Так что не переживайте, можно ехать, не бояться ничего. Также шашлыки есть в замечательной кафешке, в которой мы были. Они там стоят 350 рублей. Шашлыки готовят при вас, все свежее. Кафешка еще замечательна тем, что она стоит на самом берегу, и когда сильный ветер, ты сидишь в кафе со стеклянными стенами, все видишь. Так что без шашлыков не останетесь точно, даже если забудете свой мангал, например. Все, задавайте свои вопросы, буду рада ответить. Всем привет, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте звоночек, подписывайтесь, потом нажимайте звоночек, тогда новые видео вам будут приходить уведомления. Всем пока!